Всем привет! Давайте с вами проверим нашу связь. Как слышно, как видно, поставьте, пожалуйста, плюсики, если видно хорошо и слышно. Угу. Так, вижу, пока Аллочка отписалась, остальные. Оксана, привет! Еще. Ставьте плюсики, если видно и слышно хорошо. Если плохо... Ставьте что-нибудь, минус, не знаю, пишите, что плохо слышно. Ну, Танюш, может, чуть-чуть запаздывает информация. Уже начинаем. Я вас всех приветствую, да, на сегодня понедельник, 18 часов, у нас по традиции планерка. Рада видеть новых девочек, включайтесь в работу, потому что на планерку мы приглашаем только тех, кто у нас развивает бизнес. Вам эта информация будет очень полезна и актуальна для развития. А, хорошо. Так, никогда не сдавайтесь, если тебе тяжело. Значит, ты на верном пути. Согласны? Ну и сегодня, как по традиции, мы говорим, что было, да, что есть и что будем делать. Итоги первой недели. Буду с вами общаться, да, у нас будет такая обратная с вами связь, поэтому мне пишите активненько в чате, буду вас спрашивать. А вот неделька у нас уже прошла, неделя каталога номер 7. А что уже сделано? А кто уже успел составить план на новый процентный уровень в каталоге номер 7? Ставьте, пожалуйста, плюсики. А кто уже сделал личные баллы? Я имею в виду от 150 и более. Ставьте плюсики. Отлично, Аллочка. А кто по групповым баллам уже выполнил свой план за неделю? Ставьте плюсы. Да, Дашенька, вижу, 100 баллов, отличный старт. Еще впереди 2 недели для того, чтобы сделать еще 50 как минимум, да, на 3% выйти. А, Ларис, так, Рыбакина Лариса выполнила и личный, и по группе, отлично, молодец. Так, кто уже за эту неделю пригласил новичков? Ставьте плюсы. Угу, вижу, вижу. И у кого уже успели квалифицироваться новички, то есть сделать заказ от 100 баллов и более? Первый шаг пройти. Ставьте плюсы. Получается, что вот Даша, да, у нас квалифицировалась, она в команде у Ларисы Рыбакиной. У Ларисы Вартанян тоже новичок квалифицировался. Отлично. Угу. У Вики собирает. А, то есть вот по этим показателям, да, я специально вам сказала, чтобы вы взяли с собой ручку и блокнот. А, напишите, что необходимо сделать на второй неделе каталога, вот до будущего понедельника. Кто еще не составил план на новый каталог, составьте его. То есть какой процентный уровень вы хотите сделать в этом каталоге. А кто у нас сегодня впервые, просто поставьте в этом моменте такой знак вопроса, и на ближайшей встрече мы с вами план ваш составим. Или после сегодняшней встречи позвоните мне или Аллочке, мы вам поможем составить, да, план на ближайший каталог. Также личные баллы, да, отслеживайте, чтобы у вас было минимум 150 в каталог, чтобы участвовать во всех акциях, забирать подарки, получать максимальную скидку. А по групповым баллам отслеживайте свой результат. А, новички и квалифицированные новички. Да, Дашенька, Оксана, я вас поняла. Что необходимо сделать еще, да? Разогнать себя до такой скорости, чтобы у вас... до одного рекрута в день. Что это значит? Чтобы к вам ежедневно в команду приходил один человек, который размещает заказ для себя, для своей семьи. То есть, вот так. То есть в нашей команде принято один рекрут в день. Тогда ваш бизнес будет очень быстро развиваться. Согласны? Поставьте плюсики, если согласны. Угу. Угу.
Отлично. Что же поможет сделать вам результат? Конечно же, ежедневная встреча с новичками, это скайп, либо через офис, да, у нас живые встречи в офисе проходят. Кто готовы помогать? То есть мы с Алексеем готовы помогать проводить первые скайп-встречи. Ну и, конечно же, максимально быстро сами учитесь проводить эти встречи. То есть чем раньше вы начнете, тем больше у вас будет уверенности, сил и опыта, да, которые вы можете потом уже своим новичкам передать, своим партнерам. Получается, из нашей команды самостоятельно проводит скайп-встречи, да, это Лариса Вартанян, Алочка может, но пока, да, пока малыш не дает, помогаем мы ей. Да, и остальные тоже подтягивайтесь, то есть мы готовы проводить для ваших новичков встречи. Ну и, конечно же, сами учитесь. Второе – это обучение, да, необходимо пройти. Вебинары, то есть сегодня в 19, да, после нашей планерки не расходитесь, будет очень крутое обучение от менеджера нашего, Олеси Кибовской, да? Олеся у нас здесь? Не вижу ее. Вот, и обучение от бриллиантового директора Зульфии. Угу, вижу, что вышло. Также в помощь вам, да, обучающий сайт trori.ru, заполненной информацией, да, для того, чтобы для самообучения. Также канал на YouTube «Территория роста». Заходите, подпишитесь на обновления, получайте ежедневно записи видео. А сегодняшнюю планерку я также записываю для того, чтобы можно было потом ее просмотреть. Те, кто сегодня не успел попасть на нее, для себя какие-то моменты еще раз просмотреть, взять. И также нам компания помогает в развитии нашего бизнеса, предлагает нам поучаствовать, нам и всем нашим партнерам, клиентам, консультантам. Это акция активности. То есть твой заказ, твоя скидка. Вкратце скажу, заказ на 50 баллов, твоя скидка 50% на один из 10 наборов. Если заказ 75 баллов, то твоя скидка 75% на один из наборов, один из 10 наборов. И запуск новичка. То есть человек приходит, мы даем ему на выбор. То есть мы никого не заставляем, не уговариваем, мы ему предлагаем. Как ты хочешь войти в бизнес? Сделать заказ просто для себя. Да, регистрация 149 рублей. И заказ на любую сумму. Ну, просто проверить, да, там качество. Ну, неважно, просто человек хочет проверить, как это все работает. На любую сумму заказ размещает, получает. Второй вариант. Это заказ в течение каталожного периода на 100 баллов. 1 балл. Если вам, да, вот у кого вопрос, а сколько это в рублях, 1 балл равен 35 рублям. Вот, на 100 баллов, то есть не единовременно заказ, а вот суммарно. К нам приходят поставки 2 раза в неделю из Краснодара, то есть поэтому вы можете делать заказы, как вам удобно, подстраиваться под себя. Сделав заказ на 100 баллов, у вас также скидка 20%. Стартовая плюс, вы еще проходите стартовую программу, получаете шикарные, роскошные наборы косметики всего лишь за 199 рублей. Хотя стоимость всех этих наборов в течение 4 каталожных периодов суммарно выходит более 15 тысяч рублей, да, подсчитывали, то есть это очень выгодно. И самый такой крутой вариант, то есть, как говорится, все включено, все подарки, все скидки, максимальные, это 150 баллов суммарно за каталожный период. Скидка уже более 32%, от 32 до 52% на ваши заказы. Один любой продукт, дорогостоящий за полцены, вы можете брать. Участие во всех акциях компании. Да, это уже первая ступенька карьерной лестницы, 3%, мы вас будем поздравлять. И много чего еще, да, вот тут очень мелко, плохо написано, но вот эту картинку мы вам каждому вышлем для того, чтобы вы могли ей пользоваться. Договорились? Все понятно на этом этапе? Поставьте плюсики. Или есть вопросы?
Алла, Вячеслав, вижу Лариса. Остальные. Дальше. Вижу. Идем дальше. Иногда мы выезжаем за пределы Кропоткина. У нас проходят семинары. И вот ближайший был 14 мая в городе Краснодаре. Приезжала к нам официальный визажист Алена Терещенко. Она вот в таком кремовом платье с черным поясом. Эта девушка в прошлом году участвовала в конкурсе, да, и она среди участниц выиграла, да, благодаря своему профессионализму, она выиграла быть нашим официальным визажистом и работала в проекте «Голос». То есть компания «Арифлейм» – официальный спонсор проекта «Голос». И она там всех участников, да, всем участникам делала макияж нашей косметикой «Арифлейм». И по счастливой случайности, не знаю, как так сошлись звезды, она проводила там мастер-классы. И вот три модели, которые у нее были, три модели были из нашей команды. Одна из них, вот Виктория Курина, да, вот ваши аплодисменты, давайте ее с этим поздравим. Да, вот она первая у нас попала на такой мастер-класс, получила очень крутые советы, рекомендации и образ новый, да, вот на нее примерила Алена. Мы ее фотографировали. В общем, там все 200 человек, которые были на этом мероприятии, мимо нашей Вики не прошли. Все ее рассматривали, с ней фотографировались. Как говорится, в одночасье, да, человек стал просто вот звездой. Она себя почувствовала, что значит быть известным. Да, Вик? Это очень так интересно, приятно. Также я там встретилась со своей сестрой, она же в Краснодаре, с Ярославой, вот в желтой маечке. По дороге мы фотографировались, общались, да, у нас команда ехала в автобусе, они там уже тестировали новую помаду мусс, всем очень понравилось. В общем, мы классно провели время, так зажигательно, да, вот наша большая команда, вот Аллочка писала, командная селфи вообще бомба. Да, действительно, было очень классно, интересно, очень много для себя взяли, да, сейчас по-новому просто наношу нашу продукцию, нашу косметику, какие-то для себя взяла фишечки. В общем, скажу так, очень полезно выезжать, получать новую информацию, особенно вместе, да, обмениваться опытом, эмоциями. Поэтому, если какие-то ближайшие будут очередные семинары, рекомендую вам принимать в них участие. И еще мы с вами поговорим. Алла Медведева для нас с вами организовывает командную фотосессию. Для чего она нужна? Да, это будет 21 мая, час. Вот мы заказали фотографа со студией вместе, с профессиональной студией. Ровно час он будет для нас работать, с 12 часов до часу дня. Это будет суббота, город Кропоткин. Какой именно адрес, кому интересно, мы скажем позже. Да, вот цель этих фотосессий. У вас будут, да, в коллекции личные и командные фото для работы в соцсетях, для привлечения кандидатов. Потому что люди реагируют на нас как бы не в домашнем халате, да, и в тапочках, а на красивые фотографии, на образы. Нам есть что им предложить, да, главное, чтобы человек заинтересовался, для того, чтобы мы его вывели на встречу. А у вас такие будут, такие будут фотографии для работы. Формат, да, максимально деловая одежда, прическа и макияж. То есть стоимость такой фотосессии 400 рублей с человека. Так, Аллочка пишет, да? Алла вообще у нас тоже профессиональный фотограф, и она, получается, пока с нами будет работать, то есть там вопрос просто в освещении, вспышках, да, у нее фотоаппарат мощный, но пока еще вспышек недостаточно. С нами будет работать фотограф, да, но она будет также своим фотоаппаратом пользоваться для того, чтобы максимально много сделать фотографий в красивом интерьере. Кому-то интересно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Ну, мы с Алексеем участвуем. Закажем специально, завтра я уже пойду, да, нам в течение 3 дней сделают такие специальные логотипы нашей команды, территория роста, работа в интернет, в общем, мы с такими бы еще, как сейчас так модно, да, вырезанными дощечками будем фотографироваться.
Все, вижу. Отлично. Лёд, далеко не уходим. Вот. Ну, получается, что те, кто, кому интересно, поставили плюсики, отлично. Те, кто пока только к нам присоединился, присматривайтесь, да, потому что такие фотосессии мы будем организовывать в разных, да, образах для того, чтобы у вас были качественные, красивые фотографии. Потому что мы вас будем и поздравлять, делать красивые слайды, тоже для того, чтобы можно было поставить красивые, красочные, яркие фотографии. Согласны? Договорились? Пока Алексей для вас приготовил очень интересное предложение, сейчас пока он там по телефону поговорит, если какие-то есть у вас вопросы ко мне, пожелания на эту неделю, напишите, пожалуйста, мне в чате. Давай сейчас, кстати, выходи, слушай, я сейчас еще Я думаю, после сегодняшней встречи созвонитесь, да, со своими ребятами и более подробненько они вас поспрашивают про эту фотосессию, кому будет интересно присоединяться. Пока места еще есть, потому что там тоже место ограничено, то есть больше 15 человек мы не можем взять для того, чтобы это было все красиво, и мы уложились по времени. Вопросы ко мне есть? Если есть, поставьте плюсик, я подожду. Если нет, поставьте минус. Я передаю слово Алексею. Вижу. Все, пока вопросов нет. И я передаю слово своему супругу Алексею. Он для вас подготовил очень интересное предложение. Встречайте. Всем привет. Еще раз, кого не видел, хочу поздороваться. Так, эй, привет. Ну, поставьте мне что-нибудь в чат, если видно. Ага. Ага. Да-да-да, привет-привет. А, тут Яна как раз-таки говорила про фотосессию, что вот формат максимально деловая одежда, прическа, макияж. А, Славик, вот особенно нам с тобой, да, то есть такая макияж, прическа, я не знаю, вот, что-то нам нужно будет делать. Как-то нам нужно будет... К вам это не относится. А, к нам это не относится? Только одежда. Только одежда. А, и она говорит, только одежда. И добавляет потом, желательно. Окей. То есть, о чем сегодня... Так, девочки, давайте выключаем фантазию. Сейчас у меня есть очень хорошее предложение. Ну, не то, что предложение, такие новости. То есть, для всех наших активных консультантов. Девочки, я же сказал же, выключайте фантазию. Выключайте. Не отвлекайся. Вот. Правильно, Слайд, правильно. Вот эта тема. И пусть они, как говорится, ничего нам не желают того, что сами не будут делать. Но шутки, как говорится, шутками. Теперь давайте о серьезном. Последние ну, несколько недель занимался разработкой очень интересной темы. Сегодня я вам ее хочу презентовать. То есть это, собственно говоря, вещь такая простая, которая очень хорошо нам с вами может упростить сам рекрутинг. Это можно быть представлено и в соцсетях, и можно это отдельно раскручивать через Яндекс, Google. Ну, это вот как дополнительный рекрутинг, да, то есть основанный на интернет. Что это такое? Сейчас я вам буду показывать свой экран и покажу уже, как говорится, интригу дня, как Алла сказала. Так, временно я отключу свою камеру, чтобы внимание было не на меня, а на экран. Так, напишите сейчас, пожалуйста, в чат, хорошо ли видно экран. Если хорошо, то есть, ну, 10 баллов. То есть, если не видно, там что-нибудь другое поставьте. Чтобы я четко понимал, что у всех все отображается. Если вы мой экран видите, поставьте 10 баллов. Так, так, так. Все, отлично. Вот смотрите, то есть у нас с вами будет вот такая страничка. Это одностраничный сайт, то есть воронка или то есть страница захвата, то есть ее называют по-разному. То есть она необходима для того, чтобы ее уже продвигать
в интернет-сообществе. Либо это будут соцсети, либо это будет Яндекс, Google, да без разницы. То есть такая простенькая, стиленькая страничка. Цель этой странички – отфильтровать всех тех людей, кому неинтересно вести свою деятельность через интернет. То есть это своеобразный такой как бы фильтр. И люди, которым эта вся тема интересна, вот здесь вот справа в форму вводят свои данные. Имя, телефон, e-mail. И как только они нажимают на кнопку «Узнайте прямо сейчас», то есть они попадают на вторую страничку, где им проигрывается видео. Видео я закончил монтировать буквально сегодня ночью, точнее уже под утро. Уже загрузил на YouTube, сейчас я вам его покажу. А данные человека, которые он ввел, уже отсылаются к вам на почту. То есть и вы уже связываетесь с ним, выводите его на Skype, ну и дальше все как по теме. Ну вот скажите, как вам вообще такая идея? Напишите что в чат. Как вам? Да, да. И я вам сейчас еще раз покажу сайт и прям пройду весь этап, который проходит сам новичок. То есть новичок, допустим, вот он заинтересовался, он заходит на этот сайт и вводит свои данные. Ну, я веду свои данные, допустим, там Алексей, веду свой номер. И свой e-mail. Все, я ввел свои данные и нажимаю кнопку «Узнайте прямо сейчас». Все, и тут попадаем на вторую страничку. Вторая страничка тоже. Все очень простенько, все очень стильненько. Причем сейчас пока это видео, оно просто как подгружено, то есть нужно нажать на play. Но уже будет завтра, как говорится, автозагрузка. То есть когда человек только заходит на эту страничку, и она у него загрузилась, видео начинается проигрываться автоматически. И сейчас буквально вот несколько минут я нажму на play и посмотрите видео. Потому что это видео закрыто, оно доступно только по ссылке, чтобы человек может видеть ее только с этой страницы. То есть оно загружено мне на YouTube-канале, но так его не просмотреть. Вот. Так что смотрите видео. Всем привет. Меня зовут Алексей Минахан. Я являюсь директором по региональному развитию проекта «Т.Р.У». Благодарим вас за проявленный интерес. В ближайшие 24 часа с вами свяжутся наши менеджеры. Поэтому будьте на связи и следите за своим почтовым ящиком. Всю интересующую вас информацию по работе в нашем проекте вы можете узнать на собеседовании. Плюс задать все интересующие вас вопросы. Мы всегда следим за современным миром и используем в своей работе только самые современные технологии и инструменты. Именно поэтому наше собеседование проводится удаленно, посредством видеосвязи через Skype. Поэтому озадачьтесь тем, чтобы на вашем гаджете был установлен Skype. Почему собеседование и Skype? Очень просто. Во-первых, это очень сильно экономит и время, и деньги. Во-вторых, таким образом мы персонализируем общение с каждым кандидатом. В-третьих, мы работаем по России и в 60 странах мира. Эффективность и результативность. Вот два ключевых фактора, которые мы используем. Всю интересующую вас информацию вы узнаете на собеседовании. Почему так? Потому что большинство людей присутствуют некие стереотипы, неверные стереотипы. Интернет и о работе в интернет. Поэтому наши менеджеры предоставят вам самую полную, актуальную информацию, которая базируется только на проверенных и конкретных фактах. А пока вы можете посмотреть несколько видеофрагментов о том, что думают те люди, которые уже с нами сотрудничают. Желаю вам приятного просмотра. И кто знает, может быть, уже в ближайшие дни мы можем с вами увидеться. С вами был Алексей Минасян. До скорой встречи. Я думаю, что для меня этот проект означает очень много различных моих давних, допустим, давних самореализацию.
Вы, скажем, вам обучаются. Ну, что, как, с кем общаться. Интернет-аудиторию роста – это как раз мое. Я могу самоизолироваться, я могу обучаться, я бы только сама купить свою команду. И тем самым, вот, свою роста показать в этом интернете. Тут реклама, скорее всего, то, что я могу принести каждую семью в независимость, а тот достаток, что я сама увидела именно благодаря нашему проекту «Территория роста». Раньше я работала в медицине, я по профессии фельдшер. Мне это было интересно, но пришла эта ситуация, когда я понимала, что детей мне совершенно не на что расти. И придя в этом бизнесе, действительно появились новые возможности. Я работал образовательным, то есть расследовал уголовные дела. Никоим образом не связано получается. И однозначно знаю, что независимо от профессии, независимо от того, там, статуса или чего, то есть у всех получится. Я занимаюсь, занимаюсь здоровьем, я доктор, у меня два диплома, оба красных, я сургинколог, красный протоколог диагностики, я веду свою работу, обожаю сутка. Так что вы что причастны к рождению новой жизни, это самое прекрасное, что мы все там, ну и вообще, ну, плохо, мало платят. Мечтала сама путешествовать вместе со своими детьми. А получилось, на самом деле, что, казалось бы, это нереально, это невозможно. С нашими амбициями, что мы живем в Дагестане, всеми понятно, что жена должна быть только лишь дом, работа, дети. У нас и плюс еще, когда вселенная дает все возможности не только уже самой выезжать за границу, а когда ты уже выводишь с семьей, нужен с детьми непосредственно, как в этом году мы в Испании отдыхали вместе с дочерью. Семью, это было шикарно, это было незабываемо. Только вспоминала недавно 14-й год, это первые заграничные поездки, и здесь только за лето посетила сама, заработали деньги. Швеция, Финляндия, Дания, три раза летом только на море здесь не выехали, плюс осень, весна – это отель. Я думаю, не каждая мамочка себе декретом отпуске могла бы позволить, или если бы даже ходила на определенную работу. А в моем окружении есть предприниматели, которые сейчас даже 2-3 раза за год могут выехать. Далее Абхазия уже с детьми, и также за год, то есть это несколько раз выехать на море. Мне это тоже мотивировать, потому что всегда хотелось путешествовать. Нет. Дальше лучше будет. Которые поехали вместе с нами. Нам было приятно, что счастье достичь большой-большой компании. Для меня один из ярких моментов, конечно же, это первая поездка за границу, на остров Мальта. Ну, то есть здесь, в принципе, тоже было, что такое прям как бы... Это недельное такое путешествие, масса встреч, подарков, различных вечеринок. Даже Зуля или вот Машка, на самом деле, вот такие вот компакты. Вместе с семьей можно развивать бизнес, и это совершенно не напрягает, это помогает мотивировать, да, можно развивать бизнес и женщина, так что кажется, что дорога женщины от пяти до порога, это давно прошло. Особенно, мне кажется, перспективное это направление, если вы семейная пара. То есть, когда друг друга дополняют. Ну как, я всегда говорю так, если я один, меня один, если мы вдвоем, нас не двое, а один. Будьте открытыми, будьте честными.
критерий для начала, да? Самый очень важный момент, критерий, да, будьте мужчины. Я все. Что такое? Ну, внимание, ну, секрета как такового места нет. Я просто приглашаю друзей, знакомых родственников. Я просто всех люблю, я просто не могу не поделиться хорошим, добрым. Из любого дела, мне кажется, то, что я сказал, вот что-то видео. Видео. Слышно, ребят? Сейчас завершение экрана нажму, что-то у меня видео тормозит. А. О, все, у меня видео. Да, что-то глючило. Ну, извините за смехотунчики, мы просто забыли, что у нас, оказывается, еще микрофон включен. Камеру-то я выключил, а звук что-то про него забыли. Ну, бывает, ничего. Ну, вот смотрите, вот такая вот тут вещица, которую я сделал буквально вот недавно, и ее уже можно будет, то есть, с ней работать. Тут останется небольшие мелочи доработать, но есть некоторые маленькие нюансы, что подобные вещи мы не будем раздавать налево и направо. То есть в помощь каждый консультант может это получить себе всего лишь в двух условиях. Во-первых, это когда он строит бизнес, это личный объем 150 баллов и более, то есть и сам уже рекрутирует, то есть приглашает. То есть мы не всем этот инструмент даем, а только тем, кто действительно этого достоин и тот, кто действительно трудится, тот, кто готов это делать. Поэтому, во-первых, все желающие, то есть пишите, звоните. Мы, естественно, то есть с каждым индивидуально это будем обговаривать, потому как у каждого будет индивидуальная ссылка. И за каждым человеком мы закрепим вот эту страничку, потому что когда человек нажимает на кнопку на платформой, туда нужно прикрепить почту каждого человека. Да, то есть это будет отдельно. И будет такая ссылочка, то есть это будет круто. То есть и вот даже сама постановка вопроса, все нейтраленько, то есть нигде не говорится про Oriflame. Мы поприветствовали людей, показали так ролик, мнение. То есть это очень хорошо подготавливает и делает человека еще более заинтересованным перед собеседованием, перед скайп-собеседованием. То есть тем самым мы его как бы утепляем, в чем-то конкретно утепляем. И дальше фактически берите готовенького, да? Вот такие новости у нас. Да, согласен, Алла, то есть я над этим, вроде бы всего лишь две странички, но я над ними работал месяц, чтобы правильно все сделать, чтобы правильно видеофрагменты, ну, все вот это вот отсюда, все сделать. Тем более, вот эта страничка, она работает абсолютно на всех устройствах, начиная с мобильного и заканчивая любым разрешением экрана. Я заточил под все гаджеты. Вот так. Вот такие вот тут новости по поводу новых инструментов. Единственное, для тех, кому не достанется этот инструмент, я наверняка думаю, будут и такие, но меня терзают смутные сомнения по поводу чего. Вот все те люди, которых я сейчас вижу у нас здесь на планерке, это однозначно те люди, которые строят бизнес. Так что, то есть, ну, не вам быть в печали, то есть у вас все будет, то есть при определенных трудах. Спасибо, Лариса. То есть мы постоянно над этим работаем, чтобы подавать вам пример, чтобы вы увидели, что мы тоже
трудимся, мы постоянно совершенствуемся, и чтобы быть примером, прежде всего. Но мы будем еще больше рады, когда вы, как сказать, превзойдете нас и сделаете что-то лучше, профессиональнее и круче. Мы будем только радоваться. Вот, вот такие вот новости у меня. Так что, кому это интересно, пишите. Даже так, пишите мне в скайпе, в личку. И будем уже с каждым индивидуально, то есть это все счастье прорабатывать. Вот так. У меня на этом все. Что ты еще хочешь сказать? Да. Так. Представляю, спасибо за внимание. Жена. Я возвращаюсь к вам. Ну, как я уже сказала, да, давайте подведем с вами итоги. У нас сегодня понедельник, и мы с вами на такой планерочке увидимся в следующий понедельник. У нас ровно 7 дней, чтобы проделать работу. То, что вы себе записали в блокноты, да? Это кто еще не успел сделать, написать, да, план. Сегодня в 14.00, да, сегодня Лариса, ой, Аллочка у нас, Медведева, шикарно вообще провела обучение. Молодец, помогла мне. По планированию. Запись будет, потом просмотрите, да, у нее просто супер получается планировать, да, мама двоих деток, 3 года и 5 месяцев, а муж практически постоянно на работе, ей приходится заниматься и домашними делами, и детьми, и бизнес развивать. У нее все прекрасно получается, она научилась на это находить время и грамотно все планировать. Поэтому первое, что необходимо сделать, это распланировать неделю свою, то, что вы будете делать для того, чтобы у вас получилось выполнить свой результат, который вы хотите. Да? Кто сегодня новенький, с вами индивидуально пообщаемся по поводу ваших результатов, чего вы хотите достичь на ближайших встречах. А второе, да, это приглашение людей в команду. Как, каким способом выберете для себя на обучающем сайте в разделе «Как приглашать людей». Есть масса вариантов. Изучите их и выберите для себя. А, личный оборот, да, проследите, чтобы у вас лично было от 150 баллов и более. А кто пока не умеет делать такой оборот, напишите тем, кто вас сегодня пригласил, я имею в виду новичков, да, потому что все остальные легко делают, уже научились. Есть специальное видео, я специально записала, у меня целое обучение есть, так и называется, 150 баллов легко. А что еще? Алла помогает мне, да, завтра, думаю, завтра, у нас завтра вторник, у нас каждую среду, среда, 18.00, у нас wellness, день. Что вы на нем что вы можете получить, да, вот на этой встрече? Это попробовать уже продукт, продегустировать коктейль, узнать более подробную информацию о здоровом питании в нашем таком ритме жизни, да, активно. И плюс еще провести диагностику на японском анализаторе Танита, получить 8 показателей здоровья. Угу. Кто завтра будет, поставьте плюсики, кому это интересно. Завтра встречу вас и ваших новичков. Да, Алла, ты меня это тоже. Так, послезавтра, в среду, да. Вижу, Даша поставила плюсик. Остальные, кто завтра, кто послезавтра, в среду будет на этой встрече, поставьте плюсики. Будем планировать, сколько коктейлей сделать, чтобы всем хватило. Угу, вижу. Отлично. Так, что еще хотела вам сказать? Так, у Ларисы собрание в школе. Ларис, ну, своих, получается, кто у тебя уже в команде есть, обзвони, они у тебя уже самостоятельные, могут и сами прийти.
я встречу. Можно всегда найти выход, да, из ситуации. А дайте мне, пожалуйста, вот обратную связь. По поводу новичков, по поводу Оксаны, Вячеслава, Даши, я поняла. С ними нужна еще индивидуальная встреча, да, распланировать их бизнес, чтобы у них уже был такой успешный старт. Остальным, кому нужна помощь в ближайшие дни, да, в проведении собеседований, встреч, может быть, личная какая-то встреча нужна, пообщаться один на один, какие-то вопросы, может быть, возникли. Можете сейчас написать или потом в индивидуальном порядке? Позвоните мне. Угу. Все, поняла вас. Тогда, в принципе, да, пока не выходите из комнаты, сейчас я вам буду поставлю какой-то интересный ролик обучающий, и ровно через 10 минут будет у нас обучение, да, по расписанию Олеси Кибовска и Зульфия Магомедова с темой планирования, команда образования, то, что важно, да, для нашего бизнеса. Ну, на сегодня у меня все. Спасибо, то, что вас сегодня было очень-очень много. Новые лица. Рада всех вас видеть. Так, Аллочка просит музыку. Хорошо. Все, всего доброго и до свидания.